Я хотела заснять процесс изготовления подставок под горячее, но потом, собственно, там ничего интересного нет, поэтому решила просто заснять уже готовый результат. А эта вышивка будет чехол. Это будет чехол. Вышивается на машинке. У меня машинка вышивальная. Ну и потом делаю вот такие штучки. Это я и на подарок, и собственно себе. Хочу еще показать запас своих ниток для вышивки. Это то, что я ставлю под низ, шпульку под вышивку машинную, хлопковая нитка немецкая. А это уже запас самих ниток. Это шелк. Шелк разный, здесь есть и индийский, меланж. Очень люблю я меланж. Это запасы новых ниточек. Это вот запас небольшой. Это те, которыми я сейчас пользуюсь. Запас небольшой, но на то количество вышивок и работ, которые я делаю, в принципе, мне очень достаточно. Я горжусь таким запасиком ниточек. Запас довоенный, что тоже очень греет, потому как сейчас цены очень сильно выросли, не знаю во сколько раз. Поэтому вот есть у меня такой запас. Сейчас я покажу еще свою машиночку вышивальную. Вот мое рабочее место, только на котором я шью. Оверлок вот такой у меня имеется. Очень люблю хорошую аппаратуру, хорошее оборудование. Хотя швея из меня, конечно, такая домашняя. Но, тем не менее, это моя вышивальная машинка. В работе я не стала снимать, но подумала, может быть, я еще покажу, какая она в работе. Очень ее люблю. Ну, такое развлечение себе купила. Столик мой, не могу его и поменять, хотя просится на новый, но он очень удобный, устойчивый, выдерживает много оборудования на него. Вязальная моя машинка отлично становится. И не жалко его царапать, поэтому я до сих пор не поменяла, хотя как будто ремонт делали. Вот рабочий стол у меня остался старый. Но это еще не все мое оборудование. У меня еще есть швейная машинка Бразер, очень хорошая, которая много операций имеет, максимальное количество операций, но не вышивальная. Так, строчки декоративные, но максимальное количество строчек, петель. И еще у меня есть иглопробивная, но она тоже спрятана для валяния, для плоского валяния, для росписи шерсти. Это я когда-нибудь покажу, как она работает, тоже что я делаю. А это вот именно швейные мои приспособления. Вот такое количество подставок под горячее у меня последний раз родилось. Это я и для себя, и на сувениры подружкам. К дочери в гости поеду, тоже подарю, всегда пригодится. Ими и брать хорошо, удобно. Горячее и под горячее подставочку, чтобы столики или клеенки не портить. А это будет чехол под ноутбук. Это вот все вышивалось моей вышивальной машинкой. Я это делаю для того, чтобы видеть, какой дизайн, как отшивается. И стоит ли мне в последующем ими пользоваться. Что меня не устраивает, я сразу выбрасываю, потому как занимает очень много места в компьютере. А флешка единственная, которая подходит у меня под мою машинку вышивальную, не могу найти. Вот такие дела.